Друзья, это Music Mag TV. Мы по-прежнему на выставке Music Место 2017 во Франкфурте, Германия. В данный момент я нахожусь на стенде компании Arturia, которая в этом году представила, буквально 3 дня назад, она представила две новых модели MIDI-контроллеров, клавишных MIDI-контроллеров, K-Lab 49 и 61. Данные контроллеры продолжают уже полюбившуюся нами линеечку K-Lab, полюбившуюся за свою цену. Цена у них действительно очень доступная. 49-клавишная версия будет стоить всего 200 евро, 61 клавиша 250 евро. Обе модели оснащены синтезаторной механикой, 49-61 клавиша, чувствительная к нажатию, чувствительная к давлению. Также имеются 9 назначаемых энкодеров и 9 назначаемых фейдеров. Секция управления DAW, есть секция Chords для игры аккордами с помощью одной клавиши. Также есть функция транспонирования, переключения октав и так далее. На передней панели находится небольшой светодиодный дисплей и общая ручка управления, которая позволяет получить быстрый доступ к софту для выбора пресетов, для изменения каких-то параметров и так далее. Естественно, все это очень удобно и просто интегрировано с софтом Analog Lab 2 Lite, который идет в комплекте. Помимо этого софта в комплекте также поставляется Ableton Live 9 Lite и UVI Grand Piano. Вот такая вот новая замечательная MIDI-клавиатура от компании Arturia. Друзья, это Music Mag TV. Следите за нашими дальнейшими новостями. Мы идем дальше.